Наши соревнования продолжаются. Сейчас играют Комус и МТС Банк. У Комуса была сейчас хорошая возможность сразу выйти вперед. Комусовцы в белых майках. Но вот в итоге эту возможность используют МТС в красных майках и белых шортах. Ну что ж, не таким уж долгим у нас оказалось преимущество МТС. Вышли они вперед на первой минуте. Тогда с передачи Никитина забил Вялков. Комус сегодня уже одна победа была. Победа над соперниками из РТРС. Удалось мяч в поле сохранить. И сейчас тоже очень точно. В целом довольно открытый футбол. Здесь разговора о ничьей, которая команда бы устроила, не будет. Когда встречаются команды из одного дивизиона, это всегда интригу добавляет. Интригу и принципиальность такому матчу. И если МТС победу одержит, то догонит Комус. Так что ставки высоки. Победитель остается один. Нарушение. Так фалить. И буквально в метре от арбитра. Удар в стенку. Еще одно нарушение. Теперь уже на пару метров ближе к штрафной. Снова в стенку. Свисток на перерыв при счете 1-1. Второй тайм. 1-1, счет, который не устраивает ни одну из команд здесь. МТС и Комус будут играть только на победу. Я напомню, что Комус 5 минут выступал в роли отыгрывающихся команды.
тайм-аут Комуса. Момент, удар, точно. 2-1. И Комус выходит вперед. Пас вперед делаем. МТС, наверное, в конференции А именно МТС больше всех действует позиционно. Может быть, стоит им сменить конференцию и играть в традиционные 4 полевые игрока. Штрафной МТС. Хорошие розыгрыши в районе 10-метровой. Игрок стоял, просил мяч. Рискованный МТС играет. Много забитых мячей, матч в целом хороший, но при всем при этом хочется, конечно, больше активности. Такое впечатление, что силы у Комуса и МТС заканчиваются. То есть вряд ли мы увидим такую принципиальную боевую концовку. Создается впечатление, что уже сейчас команды начинают ждать финальных свистков. И очередная тактическая позиционная атака у МТСа. Вот какие здесь комбинации проводить, когда 5 полевых игроков у соперника и у своей команды тоже. То есть 2 лишних футболиста на поле. Приходится изобретать велосипед. Притом еще и для ограниченного пространства. На дальней штанге здесь тоже никого. Yeah.
Вот еще один момент и гол, который наконец-таки заставляет нас проснуться, а то уж что-то совсем мы заскучали. Укрепляет свое преимущество Кому. Кумусов взбодрил забитый мяч. Чувствую, что могут забить больше. Может быть, все-таки будет хорошая концовка. Удар мяч по центру полетел. Не самый сложный удар. Не дают бить защитники, стелятся сейчас под удары. Изловчился игрок передачу сделать. Фиксируется нарушение, а вот здесь уже фол. Наш мяч! Где наш мяч? Наш мяч до ворот далеко, метров 16, удар, еще удар, третий наверняка будет удар. Начинает Комус. Два всего лишь игрока пошли вперед и так вдвоем решили четырех защитников обыграть. Остальные футболисты Комуса остались караулить отскок. Совсем немного до финального свистка, и вот так под занавес пытается нападающий пяткой забить. Красивая бы точка получилась. Еще одна попытка. Пас, удар и сирена.